Девочка, смотри, я красиво сегодня оделась. А как тебе моя новая прическа? Эмили, мне очень нравится твоя новая прическа и твой великолепный наряд. Только куда это ты нарядилась, моя дорогая? Как куда? На улицу. Я пойду со своими подружками на прогулку. На прогулку? Эмили, разве ты забыла, что сегодня наш домашний врач вызвал тебя на общий осмотр? Ой, на осмотр? А что там со мной будут делать, мамочка? Я думаю, ничего особенного, малышка. Проверят, в порядке ли твое здоровье. Собирайся, нам нужно спешить. Ой-ой-ой-ой-ой! Здравствуйте, а вот и мы. Простите нас за опоздание. Ничего-ничего. Ну что, сестричка Эмили, ты готова пройти общий осмотр? Не знаю. А что вы со мной будете делать? Все как обычно. Вначале проверим твое сердечко. Оно в полном порядке, малышка. А теперь измерим давление. И давление тоже в норме. Сейчас я должна проверить твои рефлексы. Дай-ка мне коленку. Ай! И с этим у тебя все отлично, малышка. Фух, как хорошо. Значит, я могу идти? Нет-нет, осталось проверить только твой рост и обхват головы. Ложись, я померю твой рост. Рост 47 сантиметров. В полном порядке. Теперь снова садись. Я должна узнать обхват твоей головы. Ой, а вот тут сантиметра не хватает. Сейчас твой обхват 34 сантиметра, а должен быть 35. И что же это значит? Я не расту? Конечно, ты растешь, но не так, как хотелось бы, Эмили. Давай-ка выпей витамин роста, и к следующему разу твои показатели будут в норме. Ну вот и все, малышка, ты была молодчиной. Теперь ты можешь идти. Спасибо. Ой, а как же сюрприз? Я знаю, что всем деткам за смелость после осмотра дают сюрпризы. Ну, конечно, выбирай, какой из этих трех сюрпризов ты хочешь получить. Вот эту коробочку с Шопкинсами можно? Да-да, бери ее себе. Ну, а эти сюрпризы получат сегодня другие ребята. Спасибо, не стоило мне переживать. Витамин роста был очень сладкий. Вот так сегодня моя Бэби-Бон Эмили ходила на общий осмотр. Понравилось видео? Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите наши другие мультики. Пока!